Всем доброго времени суток. Сегодня 9 мая. Это Хайфа, Бат-Галим. Сегодня день независимости в Израиле. 71 год нашей молодой стране. И сегодня день победы. Совпало в этом году два праздника. Всех с праздниками. Всем мирного неба над головой. Чтобы наши дети были счастливы. Чтобы никогда не знали слова война. Наш Бат-Галим. Сегодня вообще облака там вдалеке, сколько кораблей. День независимости, 9 мая. В России День Победы. Кто-то уже празднует. Этот ковер красивый. И это деревце еще, вот оно не отцвело. Красота такая. Поэтому наша мечтара, полиция доблестная нас бережет, охраняет. Все отдыхают, у всех выходной. Народ радуется, веселится. Ждем, мы поднялись на мост отсюда. Я думаю, будет лучше видно. Обычно с пляжей наблюдаем самолеты. Сколько людей уже наблюдают, ждут. Это наш Бат-Галим. Море красивое сегодня, цвета вообще такого бирюзово-яркого. Хорошо видны краёты. Там больница Рамбам. Ближе покажу. Вообще ее нельзя фотографировать. Обычно запрещают, когда мимо идешь, заставляют убрать фотоаппараты, телефоны. Вон уже там летят, они делают круг, я их вижу. Не знаю, видно, не видно, отсвечивает все. Каждый год одно и то же, но смотришь, как в первый раз. Не видать, очень быстро летит самолет. Они делают как бы круг. Так вот круг делают, туда разворачиваются, и получается, что не совсем близко к мосту. Два самолета лишь летят. Следующий полетел, но очень-очень далеко. Да, вот немножко видно летит. Сейчас делает круг, но получается, что не над нами. Очень быстро. Это кто у нас? F-35? Не видно, далековато. Вот-вот, видно все. Сегодня посмотрели самолет. Правда, в этом году немножко похоже. В том году было лучше видно. Они летели прям над береговой линией. Правда, были не в этом месте. Находится сегодня в честь Дня Независимости. Многие музеи работают бесплатно. Все направляются в музей. Не знаю, это можно будет снимать на видео или не можно. Если получится, то покажу. А, там Серет фильм будет. Стоим, ждем своей очереди вот в эту подводную лодку. Вот тут народу.
השירותים, המגורים, בקצה החרטום, משגרי הטורפדו והטילים. במדור זה מסתיים הסיור והיציאה. Вообще, конечно, страшно такое замкнутое пространство. Мы в подводной лодке. Запах дизеля кругом. Нет, не хотела бы я оказаться в этом месте. На самом деле. Сколько лет этой лодке? Мы не посмотрели даже. А люди где здесь находились? Вверху, что ли? С рутинкой. Так. О, а это кухня, да? Медбах. А это что? Хедер ног? А, шина, спальня. Ну. Плацкарта, да, точно. Как-то, как это и всего, что ли, тут? Да. Это вот так вот, и, боже мой, это все, это наверху больше. Я думала, есть второй этаж с такими, знаешь, не, есть вот, да? Так и получается, что они вот здесь. Вот, вот такая вот здесь раскладушка вот, наверху. А? Ну, спальня все мягенькие, да? Мягкая. Ну все, выходим. На территории народу много сегодня. Глобальная система. Что, пойдем в следующую лодку? Торпеда вот это торпеда такая. Мы решили не идти вовнутрь. Как-то очередь большая. А может быть и постоим. Вроде бы быстро идет. Комната связи. Морзянка. Ой, на военном корабле довелось побывать. А вот смотри, это вот их не действие, где они подбили, да? Это где получается карта? А, наверх закрыто, да? Топливом, да? Запах сильный такой, тут дизель. Жарко сразу здесь. Очень. Вот, мы на корабле, на военном. Вертолет полетел. Спасибо.